Ну как? Но кринолин — это прошлый век. Ну, не знаю, часто берут. Сейчас в моде платье по фигуре. А иначе это так. Угу. Не платье, а грелка, да, на чайник. Ну, может, что-то другое? Ух ты! Вам очень идет. Ну? Как? Машка, блеск. А? Вам очень идет. Покрутись. Только вот здесь хотела чуть много подобрать. Видишь, а это убрать можно будет, да? Конечно. Ага. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ой. Ой, красота-то какая! Это же за какие такие заслуги Виктору? Такая краса достанется. Очень, а? Стоп, не начинай. Дай. Ой. Он хороший парень. Хороший, кто ж спорит. Не пьющий, хозяйственный, сильный. А главное, при работе из квартиры. Подходит. Ну, правильно. Только это, Маша, такая тоска, понимаешь? Он ей такой зануда. Лен, я тебя прошу, не начинай, а? Надежный, спокойный. Что еще нужно для семьи? Ну, скоро вы там? Машка! Сестренка, ты у меня самая красивая невеста в городе. Ой, ой, осторожно, помнешь. Не помните, пожалуйста. Очень ткань дорогая. Ну? И ты чего? Ничего. Просто ты правда такая красивая и такая счастливая. Прям как в кино. Я за тебя так рада. Малая, сплю, не сглазишь. Девочка моя. По-моему, очень хорошо. Придет время, и ты будешь в 100 раз красивее меня и в 1000 раз счастливее. И тогда я буду плакать на твоей свадьбе. Обещаешь? Ну, конечно. Ой, дверь. О, карета подана. Осторожно, помнешь. А? Не волнуйся, но надежно в руках. Ну что, у вас готово, привет, да? Привет. А то, завтра упадешь, не встанешь от Машкиной красоты. Так, нет, ну, платье до свадьбы жених смотреть не будет. Нельзя. А я это... Смотри, тоже. Торт забрал из пекарни. Вот, покажи, покажи. Ну, я и довез по этим колдобинам. Так. Давай. Обалдеть. Ты посмотри. Какая красота. Так, все, а то сломаем. Я такой же хочу. Ну, постарался, молодец. Давай, садись. Постарался. Так. Я там это еще. Соком затарился. Ну, фрукты всякие. Голубки мои. Все, давайте, чао. Я на дежурство. А то язвенечки, трезвенечки меня ждут. Осторожно. Давай. Завтра у меня в 9, помнишь? Я все помню. Витек? Ай. Учти, Витек, 1000 рублей на выкупе не отделаешься. Ну, какие деньги? Откуда, Лена? Все же вон в квартиру ушло, на ремонт, гулянки всякие. Давай, у тебя вся ночь впереди. Печатай, рисуй, твори, в конце концов. Пока. 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 Ой, ну что ты стоишь? Ну, давай сюда, ставь. Ага. Ой, спасибо. О, вот это торт. Здрасте. Привет. Угу. А, осторожно. Так, все купил? Ну, конечно, все по списку. Тетя Тянь, куда ставить? Пока на стол. Вон на тот. А? Давай ставь. Осторожно. Давай, давай сюда. Да несу уже, несу. Да ну... Платье-то как? Ой, мам, если бы ты видела. Скорее. Машка принцесса, честное слово. Нормально. Достаточно уже стол этот. Пошли, поможешь. Ну, чего там? Давай. О. Колян, так. Что, припахали уже? Ага, как наш старшина в армии. Ничего, ничего. Вот так. Ой, Маруська. Жалко, отец не дожил. Не до свадьбы твоей, не до внуков. Ну, мама, знаешь что? До внуков еще не скоро. Придется подождать. А что ты, а? Я б сидела с ними, занималась, а? Уж в садик не пришлось бы отдавать. Мам, вот выйдешь на пенсию. Мы тебе с Виктором внуков-то и подкинем, а? До пенсии еще 5 лет. Ну, стулья сейчас расставлять будем. Так. Только потом раскладываем. Ну, кто ж так вешал-то? Некрасиво ведь, криво висит. Давай быстрее, это времени мало. Сейчас, Катюх. Сейчас все справим. Не, ну... Так, давай, вот стулья сейчас... Слышишь? У меня на свадьбе все должно быть в лучшем виде. Я сама, ладно? Давай. Чтобы ровно стояли. Да что вы самой... А люди что скажут? Вы жене есть, детей нет. Ну чего, ты сама знаешь, шептаться начнут. У Маруськи что-то не так, или у Витьки что-то не так. Мам. Мам. Ну я для кого замуж-то выхожу? Для себя или для людей? Витек, ну помоги со стульями, да а? Да что вы там копаетесь со своими стульями? Уже давно проставили. Че, сам что справиться не можешь? Не научили в армии? Ну конечно, все как обычно. И то правда. Копаетесь, ничего из-за вас не успеем.
И то верно. Стали. Давай, давай. Ой! Катенька! Девочка. Так давай скорую звони. Витя, скорую! До сегодняшнего дня она никак не мешала нормальному функционированию мозга. Господи, почему? Почему? Ну почему, Катя? Вот, пожалуйста. Выпейте, это успокоительное. Получается, опухоль спровоцировала падение, правильно? Падение спровоцировало развитие симптоматической эпилепсии. А эпилепсия – это следствие вот этой карциномы. Девочка. Ее нужно срочно удалять. О чем это, доченька, кажется, что? Мам, это опухоль. Ой. В ней все дело. Если ее не удалить, то она будет расти. И тогда сначала инвалидность, а потом... Понятно. Маш, ты с ума, что ли, сошла? Ну что значит, свадьбы не будет? Витя, ты понимаешь, что ты говоришь? А что? Кафе оплачено, продукты закуплены. Народу вон понаехало. Колян вообще из Москвы приехал. То есть ты мне предлагаешь веселиться, пока моя сестра лежит в реанимации. Я тебя правильно поняла? Да я не понимаю, отменять-то зачем? Ну мы же столько деньжить вбухали. Маш, да подожди. Мам, мам, пойдем, Витя, в гараж надо, а здесь недалеко. Да подожди. Извините, Анна Семеновна, сейчас. Ну ладно. Хорошо, я все отменю. Я все разведала. Так. Наш зав. Роман Петрович сказал, что такие операции лучше всего делают за границей. Правда, в Германии, в Израиле. Представить боюсь, сколько это там стоит. Ну, это много. Десятки, может, сотни тысяч. О, рублей. Евро, конечно. Мне за 20 лет столько денег не заработать. Сахар. Маша! Маш! Тихо. Выйди на минутку, Маш. Маш! Маша! Сейчас же мать разбудит. Сейчас! Ну что, может, я пойду, не буду вам мешать? Сиди, я быстро. Что ты хотел? Маша, я... Ну, в общем, я... Ты меня прости. Я подключился. Ну, не хочет эту гулянку. Ну,
черт. Ну, хочешь, ну давай просто завтра пойдем распишемся, а? Мы же только эту свадьбу откладывали. Из-за квартиры, потом из-за ремонта. Витя, а сколько твоя квартира стоит? Ты зачем? Ну сколько, Витя? Да нет, Маш. Да я не буду ее продавать, ты что? Нет. Я столько собирал на нее. Да ты что, я 5 лет вон за баранкой горбатился без выходных. Витя, моя сестра умирает. Она умирает, Витя. Маш. Ну, Маш, ну... Давай под... Давай подумаем трезво. У Катюхи рак мозга. Ее все равно не спасти. А нас ты подумала? Маш! Маш! Я не думала, что ты такой. Ну, ма... Я не думала! Ну, вот такой вот, какой есть! Ну, свинья твой, Витька. Слышала? Слышала. Ну, неужели он не понимает, что для Катьки сейчас каждая секунда на счету? Господи, где денег-то достать? Ума не приложу. Слушай, подожди, я же тебе самое главное не договорила. Я говорила с Галиной Павловной из онкологии. Так? Она сказала, что такую операцию еще можно в Москве провести, в институте нейрохирургии. Значит, как только Катина состояние стабилизируется, направление ее туда. А чего ждать-то? Бери сейчас результат обследования вперед, дуй туда. Точно. У нас большой опыт хирургического лечения подобных случаев. Не буду загружать вас терминологией. Суть данной операции состоит в том, чтобы удалить часть головного мозга со злокачественной опухолью. Экстратемпоральная резекция? Вы врач? Я медсестра, собиралась поступать в этом году. Так вот, как врач, будущему врачу скажу, эффективность этой методики более 60%. Обнадеживающая арифметика. Да, но в данном случае ситуация осложняется тем, что опухоль расположена рядом с центрами, ответственными за речь и движение. То есть, чем быстрее мы сделаем резекцию, тем лучше. В общем, нельзя терять времени. Я предлагаю положить ее к нам и начать готовить к операции. Извините, а платно? Разумеется. Да, конечно. А сколько? Сама операция – 10 тысяч долларов, плюс нахождение в палате и обследование. Если сможете собрать нужную сумму, сразу звоните. У меня нет таких денег. Что ж, сочувствую. Доктор, но ведь не может быть, чтобы нельзя было ничего сделать. Поверьте, мне вас очень жаль. Но таких, как вы, у меня сотни. И всем помочь просто невозможно. Единственное, что могу посоветовать, это встать в очередь на операцию в своем регионе. До свидания, извините. До свидания. Деньги нужны. Ребенку на операцию. Сестре. А у самой заболеваний никаких нет? Нет. Ни наследственных, ни хронических? Нет. А почему?
Чего вы спрашиваете? Помочь хочу. Тебе же деньги нужны. На вид ты девушка крепкая, здоровая. На. За это очень хорошо платят. Ой, нет, спасибо, вряд ли мне. Нет, оставь. Вдруг пригодится. Ну как? Дорого там? Очень. Понятно. Мам. Понятно, понятно. Ой, ты ж у меня голодная совсем. Сейчас пойду тебе картошку разогрею. Подняла, на двух работах пахала. Мам, так нельзя. Прости, девочка, не могу. Мама, ты знаешь, что эти операции делаются на бюджетной основе, знаешь? Мне там сказали. Да. Только нужно встать в очередь в нашей больнице. Да. Да, конечно. Я завтра с самого утра обязательно, с самого утра пойду и запишусь. Конечно. Я обязательно попаду. Нужно только верить, что все будет хорошо, мам. Хорошо. Конечно, дочка, конечно. Ну? Здесь котенку-то еще 4 года. Да. Хорошая фотография. Угу. А помнишь, это мне папа Зенит на день рождения подарил? Я тогда ее фоток на 100 сделала. Хорошая карточка. Как жалко, что ты тогда фотостудию бросила. Мам, надо было тебе помогать. А потом, как нам дома было хорошо? Ой, помню, как не иду с работы поздно уже. Ну, смотрю издалека, наше окошко светится. То вы лепите, то рисуете. Да, Катюха у нас талантливая. Вот ты видишь, она обязательно поступит в художественный. Вот и видишь. Знаешь что, Машенька, ты завтра деньги возьми. Те, которые я вам на мебель с Виктором собирала. Я думаю, Виктор... Мам, я не хочу про него ничего слышать. А что, поссорились, что ли? Мам, сейчас нужно думать о Катюше, а не о Викторе. Хорошо. Хорошо. Значит, Машенька, я денежки завтра в конверте положу у телефона. У нас медицина-то бесплатная, сама знаешь. Так, а теперь быстро умываться, ужинать и спать. Завтра рано вставать. Мам, вот увидишь, я во что бы то ни стало попаду в эту очередь. Ты у меня боевая. Вся в отца. Девяносто шестая. Это получается до нас 95 человек? Да. Мы же можем как-то подвинуть очередь. Уберите. Я прошу вас, я бы не решилась вам предложить просто. Я сама врач, я прекрасно понимаю, какие зарплаты. Да, господи. Да что ж я говорю? Поймите. Если мою сестру срочно не прооперировать, ей всего 14 лет. Девочки. Жить и жить. Я умоляю вас. А вот эти 95, вы считаете, не хотят жить, да? Или среди них нет молодых? У меня, конечно, зарплата не ахти какая. Но, понимаете, я не могу. Просто не могу.
Девушка, вы оставили. Спасибо. Маша, я тебе шок. Ну и куда ты собралась? А не твое дело. Маш, слушай, ты гордость не включай, а? Угу. Нормально по-человечески поговорить пришел. Я в Москву еду на работу, Вить. Куда? Маш, в какую Москву? Ты с ума, что ли, сошла? У нас же семья, почти. Семья? Вот Катя моя семья. А тебе квартира дороже отношений. Слушай, ну я чё пришел-то? Ну, я хотел предложить продать «Газель», чтоб ты знала. Не, ну я понимаю, она старенькая, ну, тоже кое-что стоит. Я серьезно, Маш. Ну, хочешь, я завтра объявление дам? Вить, мне от тебя вообще больше ничего не надо. Уходи. Обратите, пожалуйста, внимание на графу «инфекционные болезни». Маш, вы знаете, это очень благородно с вашей стороны помочь стать родителями уже отчаявшимся людям. Наверное. Но вы знаете, Ольга Сергеевна, для меня это просто работа, за которую я могу получить большие деньги. Понимаю, вы не первая. Но вы как женщина, у которой есть дети, вы не понимаете, что такое отчаяние, что такое последний шанс? У меня нет детей. Что? Как нет? Наличие у суррогатной матери собственных детей – это обязательное условие контракта. Извините, я не знала. Вы свободны. Ольга Сергеевна, да, у меня нет детей, но я прекрасно понимаю, что такое отчаяние. Для меня эта работа просто последний шанс. Я здоровая, я крепкая. Я умоляю вас. Присядьте, Маша. Скажите, Маша, вам известна сумма, которую вы могли бы получить по контракту? Да. А вас устроит половина? Да. Алло. Марина, здравствуй, угу. Это Ольга Сергеевна. Да-да-да, я слушаю. Ну что, кажется, я нашла для тебя подходящую мамочку. Супер, отлично. Когда приезжать? Ага, да, договорились. Кто-то звонил? Угу. Звонили из клиники. Ага. Сказали, что нашли для нас подходящую суррогатную мать, так что можем приезжать и знакомиться. Маришка. Ой. Мариш, это же здорово. Ты знаешь, что это значит, а?
Это значит, что у нас с тобой будет ребенок. Это стоит отметить. Подожди, я думал, что мы сначала поедем туда. Вот сейчас отметим и поедем. Да не могу я больше и харч столовский есть. В горле ком уже стоит. А это главное, что вдоволь. Здравствуйте. Здравствуйте. О, новенькая. Привет. Доброе утро. А вы это, на завтрак еще успеете? Не хотите? Нет, не хочется. Спасибо. Людмила. Маша. Очень приятно. Анна. Ну все, Нюрой зовут. И ты зови. Маша. Кристина. Здрасте. Маша, вы попросите сразу второе покрывало. Мы иногда окно открываем, может просквозить. Хорошо, спасибо. А ты что, не московская? Нет. Ты что всех людей цепляешь? Московская тебе, рязанская. Какая тебе разница? Слышь ты, Олеся из полиции. Девочки, Кристина, Нюра, я вас попрошу, давайте поделикатнее. Мы же не на базаре. Детки, они и тут уже все слышат. Включила училку. Мне-то что, слышит, не слышит? Все равно не мой. Раз на завтрак не пошла, на, ешь. Спасибо. Вы Маша Павлова? Да, я. Переоденьтесь, и к Ольге Сергеевне она вас ждет. Хорошо, спасибо. Здрасте. Да как? Ой, господи, что такое? Здравствуйте. Олег. Очень приятно. Маша. Моя жена Марина. Здравствуйте. Маша. Очень приятно. Вот. А вы присаживайтесь, Машенька. Угу. Присаживайтесь. Спасибо. Вы не волнуйтесь, мы сами волнуемся не меньше вашего. Итак, Маша, вы из Майского? Да. Простите, а где это? Это ПГТ в Белгородской области. Что? Поселок городского типа. Это где-то на Черноземье? Да, да. О, значит, у вас там фрукты, ягоды. Да, да, конечно. В этом году вы не представляете, сколько было яблок. Вы знаете, мне кажется, по Маше видно, что она выросла на всем своем, да? Потом мы сдали анализы, Маша абсолютно здорова. В наш техногенный век это большая редкость. Там в анкете все написано. Если у вас какие-то вопросы возникают, то вы задавайте смелее, не стесняйтесь. Да-да, вы спрашивайте, не стесняйтесь. Все хорошо. Скажите, Маша, какое у вас образование? Я закончила медицинское училище. А что, высшего нет? Нет. Маша, у вас есть ребенок? Да, конечно. У меня дочка. Ее Катя зовут. Скажите, Маша, вы в курсе, что мы хотим, чтобы наш ребенок рос и развивался рядом с нами? Да, поэтому мы хотим предложить на время беременности жить вместе с нами. Ну, конечно. Как вы захотите. Ну, вот и отлично. Ольга Сергеевна, я думаю, Маша бы нам подошла. Угу. Ну, мы еще обсудим и сообщим. Хорошо. Ну, и как она тебе? Ну, в общем, понравилось. Главное, что она здоровая. Ну да, ведь большего от нее не требуется, она ведь всего лишь навсего инкубатор. Ты знаешь, что мне понравилось? Мне понравилось, что она медик. Ой, я тебя умоляю, обычная медсестра. Ну и пусть медсестра. Зато как человек с медицинским образованием, она отлично понимает всю ответственность процесса. Ну и к тому же она симпатичная вроде. Ты что, заметил, что она симпатичная? Ты обо мне подумал? Ей-то ничего, а меня будут всякими иголками разными тыкать. Солнышко, ты у меня самое лучшее. Конечно, счастье, родившей женщины, ни с чем не сравнимо. Господи, ну почему я не могу родить сама? За что ж такое наказание?
Я ведь больше всего на свете мечтала быть мамой. Ты будешь мамой. Мамой нашего ребенка. Это же будет наш ребенок. Наш. И тебе все равно, что его рожу не я? Главное, чтобы он был на тебя похож. Ладно. Ты езжай, мне еще нужно на обследование к Ольге Сергеевне зайти, хорошо? Ну что, Марина, у вас все хорошо. Я думаю, что подсадку мы проведем дней через 12. Держите. Угу. Слушайте, а что с этим новым противозачаточным средством, про которое вы мне говорили, а? Я, конечно, сейчас максимально осторожна, но всякое бывает. А я не хочу взять и забеременеть. Мне эти неприятные сюрпризы совсем ни к чему. Я понимаю, но это будут уже не таблетки, это будет ампула, которую мы вошьем вам под кожу. А это не больно? Нет, ничуть. Более того, это очень удобно, потому что вам не нужно будет дергаться и думать о том, чтобы не забыть пить противозачаточные. Слушайте, а это не опасно? Марин, ну, минимальная доза гормонов практически без побочных эффектов. Я думаю, что эту процедуру мы с вами проведем сразу после ЭКО. Ну и замечательно. До встречи. Рада была вас видеть. Мам! Мам, поздравь меня! Мы подписали контракт. Ой! Что так скоро? Неужто мамашка так хороша? Да нет. Ну, явно лучше предыдущих. Хотя точно такая же клуша, как все остальные, с какой-то там тьму таракани. Не поторопились? А что зря время терять? Знаешь, как быстро приличных суррогаток разбирают? И отвыкай на меня дымить, а то я скоро для всех соседей буду типа беременной. Типа. Могла бы сама родить для Олега. Не начинай, а. Я пришла к тебе поделиться хорошей новостью, а ты опять все портишь. Надоело уже. Я, Марин, просто подумала. Знаешь, это твой врач. Он никому не расскажет обо всех твоих махинациях. Такие люди, как Олег, они, знаешь, предательства не прощают. Но ты, если сама не понимаешь, ты, мать, послушай, а? Я тебе уже 100 раз говорил, что я не собираюсь тратить 9 месяцев своей жизни на токсикоз и прочую фигню. А потом еще бороться с растяжками и обвислой грудью. Ты думаешь, Олегу это понравилось бы? Да он был бы счастлив. Так, ты что, сюда воспитывать меня приехала? Я сама могу со своим мужем разобраться. А если ты хочешь обратно в свою хрущобу, я могу устроить. Вся процедура займет 1-2 минуты. Мы подсадим несколько оплодотворенных яйцеклеток и будем ждать, когда они прикрепятся к стенке матки. Ну, а когда мы поймем, что беременность наступила, то тогда я смогу отпустить тебя домой. Ну и в клинике работает психолог. Спасибо. Спасибо. Мне, конечно, страшновато немного, но ничего. Я справлюсь. А дело не в страхе. Маша, я хочу, чтобы ты для себя уяснила. Ребенок, которого ты будешь носить, это не твой ребенок. Ты только инкубатор. Понятно? Поняла. Привет, мам. Машенька, доченька. Ну, как ты там? Да нормально, мамуль. Работаю, дежурю сутками. Ты скажи мне лучше, как Катюша? Да плохо. Сегодня на работу ушла, прихожу, а она до полу без сознания. Ой, кошмар. А позавчера с ней Лена сидела. Завтра мне в ночную. Просить Ленку не могу, каждый раз неудобно. Мам, тебе уволиться надо. А жить на что? Да мне-то должны на днях зарплату выдать, а я тебе перешлю. На жизнь хватит и на операцию отложим. Ну, наверное, ты права. Все будет хорошо, мамуль. Марусь, я завтра же напишу заявление. Ничего, справимся.
Прости, что все так на тебя свалилось-то. Не знаю, что бы мы без тебя и делали-то. Ты сама-то как? Да нормально. Комнату в больнице дали, кормят хорошо. Ты за меня не волнуйся. Ой, как же, чудачка. Тут, кстати, Виктор заходил, спрашивал. Ой, не надо, мамуль, я тебя люблю, целую. Пока, давай. Не волнуйся так. Ну а что, как ты? Покажи нам ее! На кого похоже? Поверни! Ух, какая хорошенькая. Я себя не очень хорошо чувствую. Нос как у тебя, смотри, смотри, смотри. Какая хорошенькая. Красавица наша. А какие у нее глаза? Я не понимаю. Серые. Короче, ждет тебе дорога. Явно к любимому. Дальше, значит, прибавление. А, ну это корову купим. Да, вот что-то не нравится мне эта трифовая дама. Похоже, соперница. Да ладно тебе. Да чё ладно? Чё карты показывают, то и говорю. Маша, что-то случилось? Нет, нет, всё нормально. А я уж думала, муж за гул ударился. Нет, просто волнуюсь о Кате. А, ты хочешь, смотри, сейчас погадаю. Спасибо, не надо. Ой, девки, а я ведь слыхала, бывает такое. Чего? Пока бабы тут пузом своим зарабатывают, эти мужики думают, что им там все дозволено. Ой, ладно. Ты чё, на собственном опыте знаешь? Чё? Я слыхала, говорю. И мой мужик, чтоб ты знала, не такой. И у Маши тоже не такой. Ой, знаю я. Это тебе, поди, одни кобелюки-то встречаются. Правда, Маш? Прям такие кобелюки. Маш. Маша. Ну, опять ты саботировал весь ремонт. Ты такая красивая. А они тебе нравятся? Кто? Новые обои кто? Ну, ничего. Они какие-то девчачьи. Ах так? Я, между прочим, 2 недели ездила, все магазины обошла. Я так старалась, а ты? Ну, что ты обижаешься? Ну, ну подумаешь, ну девчачьи, девчачьи. Ну, сделаем потом детскую для девочки. Я, правда, мальчика хочу. А я девочку хочу. Ну ладно. Придется сойтись на близнецах, а? Ну, Вить, ну я же тебе уже говорила. Я не готова еще к детям. Я для нас пожить хочу, понимаешь? Девочки, на процедуры. Кристина, у тебя укол. Ой, блин, задолбали со своими процедурами. Полежать не дадут после ужина. Где мой тапок? Не видели? Не видели. Маш, а ты хоть ужинала? Ну, куда он делся? Нет, мне не хочется. Маш, так нельзя. Ты что? Надо есть. Ну-ка, давай вставай. Давай, давай, просыпайся, поднимайся. Давай, вот, поешь. Вот, молодец. На, скорей, яблочко. Держи, ешь. Мне их вон сколько приносят. Давай. Спасибо, заказчики. Да ну, какие заказчики? Их домработница. У меня заказчица, знаешь, какая фифа? Я ж сначала у них жила. Запропастился. Прям вот в их квартире, в центре Москвы. Вот. Ну, не ужились мы с ней, не ужились. Всегда. Вот они меня вот сюда и выселили. А мои вроде ничего. Знаешь, видно, любят друг друга. Господи, хоть бы у меня все получилось, они были бы такие счастливые. Машка, да ты не ради их счастья, а ради своего. Они же тебе деньги платят, в конце концов. Ладно, пошла я. Алло. Маш, привет. Здравствуй. Как жизнь? Работаю. Нормально. Это муж, да? Волнуется, поди. Маш, слушай, я... Ну, в общем,
Не могу я без тебя, Маш. Слушай, а мужики всегда Маш. Больше баб переживают, когда это дело. Маш, ты слышишь меня, Маш? Что, прости, связь плохая, я очень плохо тебя слышу. Я говорю, плохо мне без тебя, Маш. Ну, правда. Ну, совсем плохо, прям. Пойду выйду. Хана, Маш. Мне очень жаль. Слушай, ты кончай выделываться-то, а? Чё ты там, чё ты цену себе набиваешь, что ли? Вить, подожди, здесь плохо ловит, я тебе говорю. А, Машенька, не забудь процедурную пройти, вам витаминчики. Ну, чё, хорошо, ты, спасибо. Ну, что ты хочешь? Вить, ты подожди. Хочешь, чтобы я на коленях приполз? Ну, хорошо, я приползу. Подожди. Витя, если ты позвонил мне для того, чтобы ругаться, лучше не трать деньги. Маш, возвращайся, а. Витя, мне не заработать в Майском 10 тысяч евро. Ты это понимаешь? Я понял, да. А ты мне говорил, что для меня квартира дороже, чем ты. А сама, получается, на бабки мне махнула. Так, да? Маш, ну можно все еще исправить по-нормальному. Возвращайся, я тебе говорю, иначе я не знаю. Я... А... О, господи. За два дня не получится. В конце концов, есть абортивный материал. Ольга Сергеевна, врач у нас вы, а не я. И вы лучше меня знаете, что эти стволовые клетки и эмбриональные стволовые клетки – это небо и земля. Вот именно. И что я могу сделать, скажите мне? Я врач, понимаете, врач, а не служба доставки. Вы же не хотите ждать? Мне нужно как минимум 2 недели, чтобы вырастить приличный эмбрион. Что? Что там? Показалось. В общем, я буду считать, что мы договорились. Потому что клиент не будет ждать. Надо ускорить процесс. Да и вообще, мне не хотелось бы вам угрожать. Напоминать про наши договоренности. Я, конечно, понимаю, что все делают ошибки, но... Только не все за эти ошибки так дорого платят. Вы-то как раз от нас получаете. И довольно много. Что мне передать заказчику? А что, разве у меня есть выбор? Будем считать, что вы поняли.